Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня у нас с вами четвертая часть. Мы собираем домик с вами. Вот, это еще не прикреплено пока. Здесь я вам уже показывала, как она. Вот, мы пока ее отложим в сторону. Вот. В прошлый раз мы с вами собирали, и я допустила ошибку. Здесь в инструкции вроде все сказано так-то. А, уже было очень поздно, уже спать хотела. Вот она, смотрите, видите? Здесь получается, то есть, не такая вот штучка, маленький квадратик, а получается вот такая вот. Поэтому мне их и не хватило, они вот они. Давайте их поменяем. Не развалилась бы. Получается, то есть вот получается кругленькая, вот она, кругленькая, вот это вот, вот и сверху снова кругленькая. Стоит правильно. Вот это вот сюда правильно. Thank you.
Так, ну вот мы с вами почти уже закончили. Тут я вдруг посмотрела, что тут слишком маленькие квадратики, что тут там были нарисованы побольше. Вот, мне как раз одного такого не хватало. Тогда получается непонятным, куда же второй такой должен деться. Мы сейчас с вами заменим. Вот на вот эти. Все равно остаются лишние детали. Вот, непонятно, почему их так осталось все равно много. Вот. Черная осталась такая, синяя осталась. Вот. Ну, не знаю, может, это запасные какие-то стали. Потом такая вот осталась. Вот тут квадратики, кстати, они, по-моему, вот эти, что ли, они. А, сейчас с вами еще откроем. Так, вот они. Есть тут маленькие квадратики. Вот они. Вот они. Они просто кладутся вот сюда. Это получается как еда. На них нужно наклеить наклеечки. А ну да, вот они. Рыбка. И шашлык. Они вот клеются на них. Я не буду, наверное, клеить. Даже не знаю. Надо, не надо. Вот также картины где-то должны были быть. Даже не знаю где. Вот. Вот это тут как раз вот арка. Вот она. Вот. Это а, почта. Почта это у нас вот тут вот. А, это у нас, по-моему, люстра. На нее надо было сразу, наверное, наклеить, но я увидела позже. И... А, ну вот, да, в принципе, картины. Они, видимо, вот с этой стороны вход там, там должны быть. Так, я сказала. А, не знаю, где должна быть большая картина и где листочки вот с этим, не знаю. Вот. Уберем пока сюда. Ну, лишние остались, как бы, да. Такая осталась. Даже не знаю. Где-то она, по-моему, как раз должна быть. Где-то я видела вроде бы. Вот есть. Вот это вот как раз вот окошечко. Оно осталось. Ну, просто даже посмотреть, что осталось тут цветочек. Это уже говорит о том, что он лишний, потому что, видите, везде тут палочки, все нацеплены, вот они. То есть все нормально. Видимо, просто кладут лишнего немножко. Вот, и, в принципе, мы с вами считали их. Там, не помню сейчас сколько, но там было лишних деталей несколько. Чем написано на коробках. По большому счету, конечно, гораздо проще, наверное, даже так сделаю со следующим набором. Нужно будет просто, открывая вот так вот, вот здесь в желтом прямоугольничке показано, какие нужны детали, и просто их находить, перебирать, в отдельный контейнер складывать, и так вот пройти просто всю, весь листочек вот так вот. Вот тут вот подписано, вот он, 2-4 штуки. А вот, не видно. 2-4 штуки, то есть каждого. И каждый просто весь набор конструкторы пройти таким образом. И чтобы в конце знать, что все на месте, что пока этот набор стоял, у меня тут на столе бегал ребенок, что ребенок ничего не унес. Вот, конечно, следили за ним, но все же. Вот, а, ну вот один. А, вот же я один видела. Это был кран. Один у меня там стоит, по-моему. Да, стоит кран. Вот, также я вам в конце покажу, какой у меня там домик получился. То есть мы его с вами покрутим. Но это будет в конце. Сейчас мы с вами будем собирать человечков. Человечки у нас идут вот такие вот малюсенькие. У меня как раз на днях была в гостях мама. Она очень поразилась, как я собрала этот конструктор.
Она была в явном шоке. Говорит, зачем ты купил? Он такой маленький. А, честно говоря, я думала, то, что он будет большой, что домик будет раза в два, в три больше. Ну, коробка такая большая там, и мне почему-то так казалось. Вот. Так, сейчас мы найдем здесь, где у нас человечки собираются. А, ну, наверное, вот они. Так, ну вот наш с вами домик. Построили, достроили наконец-то. Также будет еще в конце фотографии ролика. Вот, не переживайте, если вам плохо видно. Надеюсь, что видно тут хорошо. Такой вот домик. Здесь вот какой-то крокодильчик. Вот. А, все не очень хорошо держится. Пока несла. Оно падает. Вот. Ну, не знаю, может быть, в Лего лучше держалось бы. Человечки. Человечки, мне руку вот здесь так и не получилось садить до конца. Она неудобна, очень маленькая. Не знаю. Другой человечек у нас, получается, отсутствует, потому что мы с вами не смогли голову засунуть в туловище. Это очень обидно. Вот, давайте поближе его подвину, домик. Вот. Там есть у нас дверцы. Они открываются. Ой, никак. Здесь все, кстати, открывается. Вот эти вот тоже открываются. О! Вот оно открывается. Там кто-то живет. Здесь вот окна не открываются, вот эти дверцы, они тоже открывались. Надо с той стороны чем-нибудь тыкнуть. А вот. Вот открылись у нас окна. А, тут цветы мешают. Вот. Тоже открываются, в принципе, можно сидеть и играть. Вот там тоже открываются. А, нет. Пальцы не дотягиваются. Но он довольно хрупкий такой. То есть он, в принципе, такой вот шаткий.
И в некоторых местах вот оно, как вам объяснить, есть не трещины, а вот как бы дом неплотно присоединена одна часть дома к другой. Вот это не очень приятно. Ну, видимо, надо было самой постараться. Вот. Давайте его посмотрим. Ой, тут человечек еще. Здесь вот тоже вот человечек, у него, видите, как его, мотоцикл тоже весь шаткий. Не знаю, как было бы в Лего. Ну вот, допустим, с этой стороны видно, вот она отходит. Здесь тут видно. То есть на фотографиях там, видимо, заделывают, которые фотографии на кадр. Ну, не знаю, может быть, у кого-то другого все гораздо лучше. Может, у меня просто так первый раз я собираю спустя много-много лет. Вот видите, тут тоже. Уж как ни старалась, не пыталась, ну вот они видны. И также вот крыша. Крышу потом покажу. Так он выглядит с другой стороны. Вот она тоже проходит. Может быть, да, надо было присоединить. В принципе, вот он и стол. И тут видна эта полосочка. И здесь. То есть вот она. Так дом выглядит сзади. Самое сложное была вот эта вот крыша, которая, видите, как она сделана. То есть она верхняя часть ставится кончиком на нижнюю часть, а вот тут, получается, ничего не держится. И я ее очень-очень долго мучилась, ставила друг на дружку, она у меня рушилась, падала. Потом вот эта вот штуковина тоже постоянно отпадала. Потом я ее убрала, поставила эту. Вроде все у меня присоединилось. Потом вот белая вот эта вот штучка. Она все ломала. Все заново. Это было очень сложно. Это, наверное, было самое сложное для меня. Когда ты делаешь, а у тебя все ломается. Вот она крыша. А, ну вот, в принципе, с этой стороны вам видно. Вот они. Такие же вот полоски. То есть она не полностью. Вот тут еще более-менее. Дерево красивое. Второе, наверное, знаете, было по сложности. Это как раз-таки человечек. Именно его собрать, именно вот голову прицепить. Ну, голову еще ладно, вот, а вот ручки, вот это тоже, это пальцем больно, потому что нажимаешь на них сильно, пытаешься воткнуть и чувствуешь сильную боль, неприятно. Сидит даже. Не сидит. Вот, это второе было по сложности. И третье по сложности было это цветочки. В принципе, некоторые цветочки хорошо входили. Дырочка, то есть пластмассовая зелененькая, да, у нас входит в дырочку. Некоторые хорошо, прям легко, а некоторые очень сложно, он не входил и все. И вот его тычешь, тычешь, эта тоненькая полосочка уже начинает сгинаться, и понимаешь, что ты можешь ее сломать, но и с другой стороны деваться некуда, надо все равно воткнуть, он же не будет у тебя без цветочка, правильно? Это было тоже сложно. То есть вот смотрите, есть такая вот маленькая деталька, да? Пониже вот напущу, сюда ее положу. Вот есть маленькая, а есть вот такая вот побольше. Вот здесь вот они вдвоем рядышком стоят, да? Они, в принципе, понятно, одна большая, другая маленькая. Но здесь вот в журнале в этом путаешься. Вот она, смотрите. То есть тут непонятно, то ли здесь большая, то ли здесь маленькая. Одна штука. Какая-то получается здесь средняя. И она не большая и не маленькая. Сложности, знаете, еще были, наверное, когда вот нужно какую-то деталь вот такую вот подставить.
Я не знаю, если бы вот рядышком писали, вот сколько вот таких вот кружочков. А тут начинаешь пересчитывать. Один, два, три. Вот это вот пока ты все пересчитаешь, и проходит время. Вот если бы вот маленькой вот циферкой, я бы у себя на конструкторе нашла и посчитала. Потому что есть там, допустим, 8 штук, а есть там 9 штук. И как бы не поймешь. Вот. В этом тоже сложности. В принципе, я думаю, сложности везде могут быть, могут появиться. Не хватает, наверное, знаете, если честно, как бы не хватило, в принципе, каких-то деталей, вот какие-то остались, на них будет фотографии в конце ролика. И, допустим, вот покупаешь, да, конструкторы, я их просто пересчитала все, и все, получилось там побольше гораздо, чем написано в книжке. Не помню сейчас уже, сколько их там. Вы можете посмотреть обзор. Там получилось достаточно много лишних именно деталей. Вот. И неприятен тот момент, то, что, в принципе, в этой книжечке, то есть там такая вот книжечка, довольно толстенькая, вот она. То есть тут все. Могли бы нарисовать, какие детали входят в набор. То есть и можно было бы, допустим, проверить, все ли у меня детали на месте. Там, ну, там в надежде, что не придется мне переживать, что вдруг какой-то детали не хватит, и все пойдет наперекосяк. Здесь такого нету. То есть тут в самом начале вот оно просто вот идет, эта книжечка. И тут начинается уже все, уже собирается. И потом вот, вот оно потом в конце, вот он уже собрался, вот он дальше собирается. Вот они, видите, собирается, собирается, ну и вот оно, последнее, как дерево собирается, как бы, и все, только вот так вот. Конечно, в принципе, по большому счету, можно здесь есть вот такие же желтенькие прямоугольнички. Можно все детальки пересчитать, перед собой разложить на какой-нибудь панельке. Вот. И просто вот так вот все детали там поштучно вот так по находить по журнальчику и сравнивать, все ли на месте. Вот они. Ну, если только вот такой вариант. Но единственное, мне не хочется, допустим, смотреть заранее, как этот дом будет строиться. Мне хочется открыть вот с первой страницы и начать. То есть так интереснее гораздо. И получается, что ни туда, ни сюда. То есть вот так вот. Вот. Также, конечно, здесь оказалось лишним одно окошечко. Такое вот. Вот оно, в принципе, над вами. Вот оно такое же. Вот ну, а это вот одинокое. То есть, понятное дело, что оно лишнее просто. Также лишним оказался, вернее, цветочек. Потому что все цветочки на месте, этот лишний. Видимо, если потеряется, не знаю, почему он лишний. Оказался лишним кран. А там в кухоньке, по-моему, часть первая мы с вами делали. Там был кранчик. Вот он еще один такой же. То есть это тоже лишний. Остальные, ну, остальные, в принципе, хотя вот еще такая вот, она, наверное, тоже лишняя. Как будто их девать было некуда, и они их подложили. Вроде как не основные детали. Ну, вот так вот. Вот. Ну, и тут, конечно, вот они. Здесь-то они видны, да, вот там. Первый раз, конечно, я поставила вот эти вот маленькие в каком-то месте. Мне была нужна вот именно такая маленькая, я заменила ее другими деталями. И, соответственно, в другом месте мне этих деталей не хватило. Опять пришлось заменить. А в итоге она, оказывается, вот она тут стояла все это время. У меня перед самым носом. То есть еще самое главное, здесь должна быть внимательность, обязательно внимательность. Не торопиться никуда. Ну, я снимала, конечно, под камеру. Я старалась поторопиться, потому что у меня это затягивало на целый час, на два. Вот этот последний ролик у меня затянулся почти на 2 с лишним часа. Но, естественно, я его сделаю так, что он будет там, получился, ну, вы, наверное, увидите, довольно маленьким, там, может, на полчаса, может, даже меньше. Потому что, в принципе, зачем вам смотреть, как я там долго ищу детальку,
как я там думаю, куда ее воткнуть, а нашла я ту или не ту. То есть это неинтересно, это не будет никто ждать все это время, там сидеть, смотреть этот ролик 2 часа, там с лишним 3 часа. Вот поэтому так вот как-то. Вот. Это, блин, ну этот мотоцикл вообще. Вот, домик. Значит, давайте еще про сам домик расскажу. Когда я его покупала, вернее, мне его подарили. Я его нашла, мне его подарили. Вот, я думала, что он в 2 раза больше, но... Блин, вот моя рука. Видите? То есть, вот они растопыренные пальцы. Блин, даже вот. Вот, настолько, я думала, в 2-3 раза будет больше. Я думала, туда будет реально засунуть вот так вот руку, что-то там поделать, поиграть, вспомнить детство. Мне этого очень хотелось. Но в итоге вот так вот. Давайте сейчас еще подниму, наверное, так камеру медленно. И посмотрите сбоку. Сверху, вернее. То, что вижу я, в принципе, сверху. Вот она, такой вид сверху у нее. Сверху посимпатичнее, да? Давайте его снова посмотрим. Я его покручу немножечко. Ну вот они. Вот они, видите, открываются вот эти. То есть, ну, вот эти щели видны, мне, честно, не очень нравится это. Здесь вот тоже вот эти щели. Где-то вот, вот тут не очень видно, вот тут не очень, тут вот видно. Вот они все идут. Тут особенно. Вот с этой стороны мне почему-то, когда я покупала домик, мне казалось, что здесь будет стена сплошная. То есть, ну, тоже будут какие-то стенки. Потому что, ну, не было показано, что там сзади на картинке. Мне почему-то так казалось. А тут, ну, здесь для совсем маленькой-маленькой ручки, чтобы было можно реально было там внутри поиграть. Либо, конечно, есть такой вариант купить еще 2 набора такого же домика и смастерить большой домик. Естественно, там получится, если тут так вот 2 стенки, если 3 набора, это 3 стенки вот так вот, и он будет у вас побольше. И реально будет поиграть. Но это где-то выйдет там 1000 в 3. Проще за 3000 купить большой домик уже готовый. Или который собирается именно большой. И там играть с ним. Ну, естественно, конечно, собрать не получится. Еще, когда его перетаскивала со стола вот на эту вот штучку его, он еще чуть не сломался у меня. Вот именно вот, ну, вот в этом делении как раз здесь вот 1 пластина, здесь 2 пластина. Тоже мне немного это напугало. Собираешь, стараешься. Вот она прям. Оп-оп-оп-оп-оп. Вот она, я вижу ее. Тоже, видите, щель. Не знаю, напишите в комментариях, как у вас. Может быть, кто-то Лего пробовал собирать какой-нибудь похожий домик. Как у вас там было? Были ли такие щели или нет? Правда, очень интересно. Все-таки Лего, он более такой хороший, мне кажется, и дороже. Вот он, наш домик. Вот эти цветочки. Посудка. Посудку я не всю достала. Немножко там вилки, ложки остались. А тарелочки парочку остались. Ну, просто я не знаю, куда их класть здесь уже. Они и так, эта бедная вилка отпадает, застревает там между всем этим. А, наклейки, да. Там также есть наклейки.
Почему-то, не знаю, почему я их с самого начала не стала клеить. Я подумала, что я доклею их потом, когда соберу домик. Но потом это гораздо сложнее. То есть она вот тут идет наклейка, там идут наклейки в виде картин. И вот здесь, по-моему, наклейка идет тоже что-то такое. То есть внутри. Вот, но в инструкции не было написано, что нужно наклеить наклейку. Поэтому, видимо, я и забыла просто про них. Вот. Ну, естественно, внутри сейчас наклеить сложно. А еще лампа там как раз. Ее тоже надо наклеить. Ну, как бы здесь вот можно. И вот эти вот маленькие квадратики. Это типа как еда. Там наклейки были рыбка и что-то еще. Сейчас вам покажу. Вот они наклейки такие. Вот она, рыбка и шашлыки. Не те. Как ногами ем. Да, вот рыбка, шашлыки. Так, ну вот эти наклейки. Вот здесь рыбка, шашлыки. А, почта еще, да, вот она. Как ее лампа настольная, тоже вот ее нужно было изначально. Это вот как раз вот арка, видимо, вот это вот. Картины, которые, по-моему, то ли тут они, то ли тут. Я уже забыла, смотрела по домику. А, в принципе. Хотя нет, здесь нет. Фиг знает. То есть вот эти вот тут где-то, я не знаю, где она. Единственное, не знаю, что такое вот это вот цветочки. Я не знаю, куда их лепится. И вот это тоже я не знаю. Ну, может быть, вот это сзади там лепится. Эти, может, с этой стороны. Вот. Ну, я лепить их не буду, наверное. Потому что я из этого домика хочу собрать что-то еще. Что-то другое. У меня еще есть целых два конструктора. Маленький и большой. Вот. И из них троих всех я хочу... что-то такое интересное собрать, чем-то таким позаниматься. Ну, потому что, в принципе, я купила для себя этот конструктор, и также на будущее своему ребенку, который тоже уже скоро начнет их собирать. Хотя тут написано плюс 6, но я надеюсь, то, что он пораньше начнет. Вот, также вот она посудка. Тарелки, оказывается, я уже сняла. Стаканы. Два стакана, два ножика, две ложки и две вилки. То есть вот так они были подсоединены. Знаете, когда их начинаешь отрывать, вспоминаешь детство. Как в детстве что-то какую-то посудку дарили, там сидишь, отрываешь, такое счастье. Там, вау, наконец-то мне подарили, я так долго об этом мечтала. Вот это вот остались от мотоцикла. Вот такие штучки. С мотоциклом, конечно, было чуть-чуть посложнее, потому что боишься здесь оторвать что-то лишнее и боишься, что не получится собрать мотоцикл. Да, кстати, еще мотоцикл здесь тоже была большая сложность. Наверное, она на первое место все-таки станет и крышу дома подвинет. А здесь, смотрите, колесо. Сейчас поближе поднесу колесо. И видите, внутри желтая штучка. Вот эту желтую штучку нужно воткнуть в само колесо. Так воткнуть, чтобы она с другой стороны тоже вышла. Это вообще было просто нереально. Я уже взяла вот этот маленький крокодильчик. Здесь вот видите, у меня уже пятнышко. Я пыталась им, думаю, ну для чего-то же он нужен. Он вот попятнел у меня. Вот, то есть это вообще было очень сложно. Я уже хотела оставить, думаю, ладно. Не получается, так не получается. Он, кстати, двигается. Вот. Ну ладно, одно у меня получилось. Тут еще второе колесо. Я не знаю, ну, разработчики там, кто это все делал, сделайте лучше заранее сами. Вот эти вот колеса, в колеса воткните эти вот желтые штучки и все. И также вот с человечками. Блин, ну нереально.
эти ручки втыкать. Они маленькие, неудобно. У ребенка это точно не получится. Родителю приходится втыкать. Видите, вот тут у меня нет, она просто туда не втыкается. Либо она слишком маленькая, либо кисть руки там у этого человечка слишком большая. Не знаю, короче, в чем там проблема. Как у нас, допустим, с вами не воткнулась. Вот он, человечек. Вот его голова, но она реально не втыкается. Вот она. Она не втыкается, ну никак. Здесь только если распаять немножечко, вот, не знаю, воткнуть. Только такой способ, ну никак. Даже рука он отвалилась уже. То есть минус один человечек получается у нас. Ну, короче, вот как-то так. Первый конструктор мы с вами собрали за несколько дней. Потому что, видимо, у меня еще немножечко времени не хватает. Может быть, если бы я была ребенком, я бы, конечно, целый день сидела бы за столом и собирала бы спокойненько. Но, к сожалению, я уже давным-давно не ребенок. Вот. В принципе, на сегодня это все. Напишите в комментариях, может быть, даже фотографии, если получится. Какие детали, мне интересно, какие у вас остались детали. Потому что здесь вот, вот что осталось. Вот, но еще будут фотографии в конце ролика на то, что осталось. Интересно, какие детали остались у вас с этого набора. Мне очень это интересно. Либо можете на почту мне сбросить фотографии. Или хотя бы, может быть, сколько штук. Мне интересно, они кладут одинаковые лишние маленькие конструкторки или разные всем. Вот. В принципе, на сегодня это все. С вами был канал Артмани. Подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно пишите в комментариях, понравилось вам, не понравилось. Может быть, как-то ракурс поменять, когда я собираю конструктор. Потому что я думаю, от этого зависит очень много. Я стараюсь, конечно, поставить как положено, чтобы вам было видно, чтобы вам было видно не то, что, допустим, сверху, а именно сбоку, как я собираю, это красивее. Ну, вы напишите в комментариях, все ли нормально. Вот. И всем пока-пока.